Еще одно спортивное событие, которое прошло на территории Люберец – всероссийские соревнования среди студентов по тэквондо ВТФ. Учащиеся вузов со всей страны показали свое мастерство и поборолись за призовые места. Тему продолжит наш корреспондент. География участников всероссийских соревнований по тэквондо масштабная – от Калининграда до Дальнего Востока. Участвуют около 200 студентов из 40 высших учебных заведений разной направленности. Это молодые спортсмены, которые неоднократно доказывали свое превосходство и заслужили право выступать на этой площадке. Я видел список спортсменов, все они участники, многие из них участники национальной сборной есть здесь. Лучшие спортсмены своих региональных федераций, даже не глядя, я знаю, что это очень сильные спортсмены, они потенциальные претенденты на другие важные соревнования. Здесь участвуют несколько тренеров, 5 тренеров с городского, представляющих Федерацию тэквондо городского округа Люберцы, обучающиеся в Набережно-Челнинском филиале университета ТИСБИ управления. То есть они учатся там, а здесь они работают тренерами. Возраст спортсменов от 17 до 25 лет. Участвуют как мужчины, так и женщины. Сильнейших тэквондистов определяют по 8 весовым категориям. Соревнования проходят по 2 дисциплинам – кирургии и пхумсе. Я уже участвую давно в соревнованиях от Российской студенческой лиги тэквондо. Это уже мои, получается, 4-е соревнования. Первый поединок прошел, как я и думал, то есть практически без проблем. Второй поединок я вышел с более опытным спортсменом. И моего опыта, так скажем, не хватило для того, чтобы хоть выиграть, хоть раунд, можно так сказать. Эти соревнования отборочные. Представители 10 вузов, которые займут первые места, примут участие во Всероссийской летней универсиаде. Она пройдет в июле в городе Уфа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.